Здравствуйте, это я, Нестерман. С новыми приказами из ЗОГа для вас. Это плохая культура дискуссии в Восточной Европе. Европе. Как нам получить больше денег? Как нам получить больше власти? Дырки в жопе есть у всех. Элегантность, прелюбовность? Нет, не давай. Пантелдет, отвечай. Как нам починить людей? Очень жаль. Я еврей, то по-русски статист будет этатист. Хочу насрать тебе в семью. Ой, один раз зиганул. Нет, не давай. Пантелдет, отвечай. Электоральный капитал ключей. Его придумал я, еврей. Буга-буга. Пипи-пупу. Это реальный вопрос. Буга-буга. Пипи-пупу. Буга-буга. Пипи-пупу. Вы говорите чепуху. Больше денег, больше... Тебе интересно, каким образом? Само собой. Грязный бой. Вы не заслужили мой ответ. Только тебе вообще нет. Ребята, у вас нет идей. Ёб твою мать. Я еврей. Больше денег, больше... Тебе интересно, каким образом? Только один из нас вернется домой. Тормоз. Грязный бой. Русские плохие. Люди какие-то тупые. Окей, это шутка. Я еврей. Буга-буга. Пипи-пупу. Реальный вопрос. Буга-буга. Пипи-пупу. Буга-буга. Пипи-пупу. Заткнись. Буга-буга. Пипи-пупу. Логос. Йоу.